Часик радости, ферсладых и каны, и перед тем, как приступить к очередной моей охуительнейшей песенке, я рекомендую вам подписаться на канал Nihil. Я вам рекомендую подписаться на годноту от Якова Носкова. Итак, Иканы, у него на канале куча годноты, действительно. Тут можно посмотреть и про отношения, про любовь, секс, про средства массовой информации, о науке, искусстве, о армии, патриотизме, о родине. В общем, обо всем, обо всех. Дорогие мои друзья, я вам рекомендую, подписывайтесь. Ссылочка в описании. А сейчас поехали. Часик радости, ферсладок и ганы. И сегодня будет очередной хит. Очередной хит. Итак, хиканы, мне многие спрашивают, хикан, а почему ты не пишешь песен о любви? А как же я не пишу песен о любви, если практически все мои песни о любви просто не в такой форме? Вот нам сладенький, зайенька, солнышко, муси-пуси, все такое, давай нам писечку тебя вылежу, ты моя сладкая, скучаю по тебе и все такое. Нет, хиканы, этого нам не надо. Хикан показывает жизнь изнутри и любовь такая, какая она есть. Хикан пишет песни о любви, о смысле жизни, только в таких причудливых, гротескных формах. Конечно же, хиканы не воспринимайте все всерьез, это шутки просто. Но в песне хикана они о любви, о смысле жизни, в общем, о главном. Итак, внимательно слушаем, дорогие мои друзья. Аккорды, слова, все будет в комментариях. Вот. Ну а сейчас поехали. Я бы насрал тебе на грудь, холодное сердечко отогрел чуть-чуть. Но моя душа трясется, как у зайца, кому-то ты сейчас облизываешь яйца. Холодно на улице и дождь за окном. Давайте поскорее обмажемся говном. Оно тебе согреет. Не хмурься, улыбнись. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Школа шарага, работа могила. Мы дармовая рабочая сила. Пусть миром нашим правит масонская ложа. Ты просто долбоёб, ты ёбаный Алёша. Алёша! Холодно на улице и дождь за окном. Давайте поскорее обмажемся говном. Оно тебя согреет. Не хмурься, улыбнись. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Еще раз, хиканы, все вместе! Поехали! Холодно на улице и дождь за окном. Давайте поскорее обмажемся говном. Оно тебя согреет. Не хмурься, улыбнись. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь! Вот так, дорогие мои друзья. Да. Припадок. Но зато мне полегчало. Итак, дорогие мои друзья. Фух. Как же хорошо, господи. Да, я пришел в себя. Дорогие мои друзья, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал
Донатьте нас, бабули, на бич-пакеты, заказывайте рекламу, сигны, видеосигны. Не будьте козлами, хиканы, вы смотрите и не подписывайтесь, блядь. Какая-то, блядь, хуйта безлошадная снимает полную парашу, блядь. А что у меня в сумке? Что у меня в холодильнике? У меня лично нихуя... Ну ладно, не суть. Что у меня в комнате? Да кого это ебёт? Хиканы, вот здесь жизнь, понимаете? Здесь, только здесь вы можете посмотреть, как человек у вас на глазах может загнуться. Например, я, конечно же, шучу, такого же никогда не будет. Вот, но я настоятельно рекомендую вам подписаться на канал и поставить класс. Ну что ж, дорогие мои друзья... А сейчас пока.